сорт томата Брендивайн желтый. Это высокорослый сорт томата, высота куста достигает до 1,80 м. Это мощные крепкие кусты, в которых растут до 7 плодоносных кистей с 5-6 крупными помидорами. Средний вес плодов может быть до 500 грамм. Это помидоры вот такого золотисто-желтого цвета, плоскоокруглой формы. Они не растрескиваются на кусту. Этот сорт среднего срока созревания. Сорт устойчив к очень многим болезням, поэтому его легко выращивать в открытом грунте. Томаты салатного назначения. В разрезе томат очень мясистый, но в то же время очень сочный, многокамерный, как я уже сказала, салатного назначения. Выращивайте этот сорт как в теплицах, так и в открытом грунте. Урожай будет и там, и там. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.